Ой-ой-ой. Как можно это? А гранат-то нету. Зарезал одного. Давайте за ту сторону выйдем. Да, один за ту сторону, ребята, походу. А то они вообще какие-то слабые. Не выжившие, они понять, кто какие-то. Сейчас был убит в бою просто. Выживаю просто. Я перехожу в эту сторону. Ну все, ты уже за них. А почему? А что добавляют? Зачем? Ну, Макс, они не могут нас зареть вчетвером. Убить точнее. Пацаны, это пробка. И вот, ну вот он один прорывается, короче. Два, два. Я тоже хотел. Ох ты, ёпта, по лестнице прямо. Да ладно, подождите, я в другую комнату уйду. Давай. Зачем ты туда подошел? Пусть патроны тратят, ребят. Все равно не попадают. А не поддержки. Никита, не поддержки. Ой. Ой. Да на аптечках стои. Все равно с одного раза нас не убьет. Там еще кто-то пробегал. Ой, через низ идет. Через низ, ребят. Зомби, зомби. Он вот он снизу. Он снизу. Где, где, где? Все, его походу все пофиксили, да. Пацаны, я тоже хочу нападать. А 125 килов. Опа, вот же, вот же рядом. Да-да-да, вон он по центру карты прям носится. Я тики так кристал бавлю. Ну мы всю команду резанули, на 5 упало. Нифига тут. Прыгай, прыгай, прыгай. Ну лол. Сейчас я кровью заеду. А, гранаты. Они все, видят мало тикетов, короче, в атаку пошли. Вау. Капец, блин. Убивает медер, несмотря в мою сторону. Патронов. Ножи перезарядите. Офигенно. Идут. Сзади. Все, ребят, нам два раза вырезать примерно всю их тиму и все. И не будет больше их. И зомби победят. Не надо, нифига не дверь простреляли. 5 на двери минус. Ой, они пробежали через решетку. А че проходим, пистолет проходим, это? Проходим к Альфе. А че они с такими дробашами стрёмно? К Альфе пробежали. Ой, я режу. Твоих же... Они режут сами-то. Зачем? Все, еще два раза вылезаем всю тиму и все. Двоих зарезал. 9 человек. Ой, ой. Идут. Уходим, уходим с дробаша. А дерево так, о, в атаку, зомби мои. О. Нет. В атаку, атакуем, зомби победят. Они вообще что-то не юзают гаджеты, я бы тут так повеселился с гаджетами. Взял бы снайперский самолетик, короче, подавил бы всех зомбей. М320. Взял бы подствольники, я бы все юзал. А нет, подствольники нельзя. Им все разрешено, что ли? Ой. Ну я бы реально повеселился с гаджетами, они бы вообще без лика. Прошел, обходит, через где? Да что за... Вот один, Ромарио. User joined your channel. User was moved. Так, ребят, сейчас мы меняем составы. Впереди кто осталось? Меняем на, составы. Прорвались. Да, меняем составы. Они говорят, что за этих вообще скучно играть. Ау? Они говорят, что за этих нападающих вообще скучно играть. Да? Да, они не хотят больше. Сейчас выиграть же. Сталинский. Поэтому кто хочет за нападающих? Да, сейчас я хочу. Я хочу. Фиговое голосование какое-то. Дайте кто громче, кто больше. Выиграли, прикол. Чё за фигня, блин? Я хочу тоже.
Нежить 19 раз убил, ни хрена себе. Да. Я только 7 раз. Да он там под... Я б сказал, что все убил. Это не зомби, это... Ждет, пока он все это самое убьет. Да, вы выживши, заходите. Он хитрый зомби. Я хочу за атаку. Это, зомби засада, я хочу за атаку. Так, а кто следующий? Жида-зомби. А кто хочет? Да все хотят. Я хочу. Конечно, все хотят. Я хочу. Не, серьезно, пускай кто-нибудь выбирает там. Макс, например. User was moved to your channel. Вот, давайте я буду выжившим. Не, ну по сути первые пять, которые за зомбаков вылез, переходят в эту команду, и все. Потом так следующий. Которые в топе 5-4? Да не обязательно в топе 5. Просто раз, два, три, четыре, пять, и все. И потом так следующий меняется, кто был, кто не был. Я видел себя пятым. А если второй раз кто-нибудь будет, получается? Ну он уже не будет, вместо него будет не. Тот, кто следующий. Да. Ну давай так сделаем. Просто чтобы не было никакого маразма и рандома. Пока все не пройдут. О, вертолетик. Когда это? Они контратакуют, дефибриллятором их надо убивать. Их же нельзя дефибрилляторами убивать. Почему? Нет, можно, сказали? User in your channel timed out.